Здравствуйте. В эфире «Иду на ты». Меня зовут Леонила Антонова. Сегодня у меня в гостях Светлана Тарабарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Светлана. Здравствуйте. Хочу вас спросить, есть ли какие-то темы, на которые мы с вами разговаривать сегодня не будем? Ну, вы не хотите или избегаете таких вопросов? Или можно обсуждать любые темы? Скорее всего, в своей карьере я стараюсь не говорить о личном, потому как считаю, что любовь нужно беречь. И, как бы так сказать, ее, она должна быть твоим пространством, твоим счастьем. Поэтому о личном я не говорю. А достаточно открытый человек во всем остальном. Так всегда. Приходят гости, и сразу список, знаете, самых интересных тем всегда обрезают. Но, тем не менее, я уважаю ваше право на личную жизнь, поэтому, конечно, туда лезть не буду. Свет, у меня вот первый вопрос. Я, когда готовилась к интервью, пересмотрела много ваших передач, интервью и так далее. Вот у меня созрел вопрос к вам такой. Мы с вами до этого не встречались, поэтому только лишь из экранного образа я смогла сложить какую-то точку зрения о вас. Поэтому я вас хочу спросить. Вы как относитесь к Анастасии Волочковой? Хорошо. Мы не знакомы лично, но, насколько я знаю, она очень талантливая балерина. Вот как личность, как экранный образ, она вам импонирует? Я не смотрела с ней ни передачи, ни интервью. Один раз смотрела спектакль, где она исполняла одну из главных ролей, была примой, балериной. А так, в принципе, не интересовалась, поэтому могу не знать. А что, что-то случилось? Ну вот, если я вас сейчас спрошу, вот какая, по-вашему, Анастасия Волочкова? Вы какими прилагательными ее опишете? Вот если мы отнесемся конкретно к ее характеру. Обратимся. Характеру? Угу. Я первое, что пришло в голову, это высокая. Об этом нужно характеру. Меня вы этим не удивите. Да. Мне кажется, что она достаточно сильный человек, потому как люди, которые выбиваются из массы, люди, которые добиваются того, чего хотят в жизни, это сильные люди. Мне кажется, я вообще, в принципе, не люблю обсуждать людей за их спиной, но красивая женщина. Ну вот вам она не кажется чересчур экзальтированной такой, чересчур возвышенной? Может быть, я чего-то не знаю, но нет, не кажется. Не кажется. Я стараюсь. Родители так приучили, но и как-то окружение и жизнь учит. Стараюсь видеть хорошее. Мы все люди, мы все наделены разными эмоциями. И мне бы хотелось, я всегда по себе сужу, мне бы хотелось, чтобы люди во мне видели хорошие стороны. Во мне есть и плохие, как и во всех. Но хотелось бы, чтобы видели хорошее. Поэтому я стараюсь в людях тоже зачеркивать что-то плохое и видеть светлые стороны. Я, собственно, могу объяснить, почему я начала программу. Да, почему? Вопрос об Анастасии Волочковой, потому что мне кажется, что это самый такой удачный пример образа, который очень возвышенный, светлый, но при этом которому никто никогда не верит. Вы знаете, она однажды пришла на одну из программ, и ей в конце программы ведущие задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы пятки пемзой дома трете? Анастасия стала, в общем-то, падать в обморок, говорит, что вы. В общем-то, я, когда посмотрела передачу с вами... Она сказала нет? Я, честно говоря, даже не помню, что. Она очень растерялась, покраснела, но суть была не в этом. Суть была в том, что когда я посмотрела программу с вами, я тоже вот почему-то вам не поверила. Скажу честно, сегодня вы, когда зашли в студию, мы готовились к эфиру, конечно, все мои едкие, колкие вопросы, честно, они куда-то исчезли. Потому что вы на самом деле женщина, которая к себе очень сильно располагает. И у меня вот в практике был уже такой опыт общения с подобными женщинами, когда гости заходили в студию, и я просто терялась, и куда-то пропадали, в общем, все мои колки. Вот. Но при всем при этом, когда я провела опрос среди своих знакомых, оказалась большая часть людей, которые не верят в образ Светланы Тарабаровой как светлого, вот, доброго человека. Вот как вам кажется, почему? Мы что, сегодня слишком обозленные все? Или почему так происходит? Действительно, ситуация сегодня у нас у всех в душе тяжелая. Мы злимся. Была очень тяжелая зима, был очень тяжелый год. Может быть, как-то мы сконцентрировались на негативных эмоциях. Но, может быть, раньше я была другой. И, может быть, люди судят из прошлого. Но я взрослею, я становлюсь мудрее.
я меняюсь, я работаю над собой. И в какой-то определенный момент своей жизни, я четко его помню, это был переломный момент в моей жизни, мне было 21, я начинала сольную карьеру и, честно, не знала, куда мне посмотреть, куда мне кинуться, за что взяться, как это все организовать. Но я четко знала, что я хочу, что я получаю удовольствие, когда пою людям светлые песни. Именно песни, которые поднимают настроение, которые перечеркивают все плохое и дают нам силу. И вот я на этом сконцентрировалась и поменяла всю себя. Света, какого были раньше? В чем вот основное отличие Светы, например, в 19 лет от Светы, которого вот сегодня? Ну, дабы не озвучивать возраст, девочки же этого не любят. Ничего, мне 24 года, в этом году будет 25, и для меня вот этот возраст 18-24 – это очень активный для меня момент. Очень сильно все изменилось, начиная с отношения к себе, к окружающему миру, к людям, к музыке, к шоу-бизнесу. Я сейчас считаю, что его нет, есть просто зритель и музыка. То есть я стараюсь... Вы меня не увидите на вечеринках, я редко куда хожу, потому как считаю полезным для себя проводить время либо же в студии, либо же на репетиционной базе, либо в семье. Я очень семейный человек. Не тратить время как бы зря. Хочу находиться там, где я хочу, а не где хотят люди и где нужно находиться. Да, если вы говорите о том, что шоу-бизнеса не существует, да? Да. Вот тут я тоже слышу некую такую нотку лицемерия, ага. Потому что мне кажется, что все-таки шоу-бизнес – это как раз та сфера, которая позволяет вам зарабатывать деньги. И вы же не ездите, например, с благотворительными концертами по миру и не поете в парках исключительно, ставя шапку на пол, да? Вы же зарабатываете с этого деньги. Вы знаете, скажу, не люблю об этом говорить, но скажу, что последний год минимум 2 раза в неделю – это благотворительные концерты, и которые, наверное, одни из теплейших концертов в жизни, и которые настолько искренние вот по отношению зрителя к тебе, к артисту, что я желаю всем музыкантам, всем артистам именно вот такого зрителя. Просто так, без денег. Мы с вами вот обязательно к этой интересной теме еще вернемся. Да. Я хотела сейчас задать такой вопрос. Какой просыпается Светлана, когда она просыпается не в духе? Вы какая? О, вот я... без настроения. Боже, лучше бы вам меня не знать. Свет рассеивается. Я же говорю, я как и все. Я не бываю злой, я могу быть просто возмущенной. Как это сказать? Я могу быть без настроения, когда руки не поднимаются. Но потом что-то такое случается, что-то хорошее, что вот после этого мне хочется жить. Хочется забывать плохое, вставать и идти дальше. У меня есть план. И поэтому приходится приоритеты расставлять в своей жизни в сторону позитива, в сторону... Вы знаете, что мы болеем от нервов. Когда наша нервная система не выдерживает, организм начинает сдаваться. Я хочу быть здоровой. Поэтому я в своей жизни приняла такое решение, что в любой ситуации, даже если совсем обидно, больно, несправедливо, если как-то кто-то очень сильно попытался сделать тебе плохо, я не буду обращать на это внимание. Я пойду дальше, потому что у меня есть ради кого жить. У меня замечательные родители, которые являются для меня примером, которые с первого класса за одной партой выросли в интернате. У них 3 замечательных дочери, 2 мои старшие сестры. Недавно мы отпраздновали их 40-летие совместной жизни. Для меня это примеры, поэтому я вижу, как они находят компромисс. Я вижу, как в ссорах они ругаются, а через 5 минут перед друг другом извиняются. Я беру пример, и мне хочется быть похожей. Як подорослішала Світлана Тарабарова? У що вона вірить і заради чого живе? Далі у програмі «Іду на ти».
вы сейчас говорите такие вещи, да, к которым да. люди приходят годами, платят бешеные деньги коучам для того, чтобы научиться этому, ходят к психотерапевтам, да. в общем, и так далее. Вы можете сформулировать сейчас вот какой-то основной совет, как вам удается, проснувшись утром, когда у вас ничего не ладится, ужасная погода, все из рук вон плохо, как, в чем вы, где вы находите, это что, сила самоубеждения, откуда вы берете, черпаете вот эти силы? Еще год назад, буквально год назад, я была другим человеком. В каком смысле? Меня, как и всех девушек, как и всех женщин, интересовали какие-то большинство там материальные вещи. Просто там я могла быть раздраженной, не заработав денег, или там порвав там платье, или там, я даже не знаю, как пример привести, потому что я уже забыла это все. Но год назад, когда началась в моей стране война, когда я поняла, что самое важное, что есть в жизни, это твоя жизнь, когда все остальное становится просто пустым, воздухом, квартиры, машины, деньги, окружающий мир, вещи, все это воздух, все это, ну, как бы, ты или жив, или тебя нет. И вот пока ты жив, ты не имеешь права тратить свое время, разводить пустые разговоры, портить людям настроение, кричать на людей, портить им жизнь. Ты не имеешь права, ты должен ценить то, что у тебя есть, каждую секунду, потому что завтра этого может всего не стать. Ну и как бы я стала жить сегодняшним днем. Стала спокойнее. Я приняла веру. Я приняла веру в православную в очень осознанном взрослом возрасте. Мне было 23 года. Я открыла для себя немножечко другой новый мир, другие люди вокруг меня. И это все меня очень изменило. Поэтому маленький мой совет, вот кому плохо, кто чувствует какую-то неуверенность в себе, кто молодой, но теряет веру, делайте то, что вам нужно, то, что вам нравится. Не обращайте внимания на сплетни, на ссоры. Старайтесь находиться в той атмосфере, где вы улыбаетесь. Вот, я не знаю, нравится вам рок-концерт, идите на рок-концерт. Нравится вам футбол, идите на футбол. Нравится вам работать с утра до вечера, работайте. Делайте то, для чего вы в этой жизни. То есть, ну вот, как-то к этому я пришла, не сразу. Я вам хочу сказать, что, не знаю, насколько это вообще важная информация для вас и для зрителей, но я сейчас, сидя с вами в студии, я вам верю, вот честно. Спасибо вам большое. У меня к вам еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если рассматривать жизнь с каких-то более таких глобальных, масштабных размерах, почему так важно жить? Что такое вообще человеческая жизнь и чем она так важна? Почему мы так за это цепляемся, не зная, что нас ждет после? Этот вопрос интересует меня каждый день. Открою вам маленький секрет. Может, это неправильно говорить, но мне кажется, многие так думают. Иногда вот я иду по улице, и мне кажется, а что сейчас случится, если на меня упадет там дом? Или на меня, там, я не знаю, меня собьет машина. Или, ну, что-то вот плохое случится, когда я нечаянно потеряю свое физическое тело, потеряю свою жизнь. Что я на сегодняшний день сделала? Что я оставила после себя? Так часто я думаю. И вот этот вопрос заставляет меня как бы делать свою музыку в таких сложных условиях. На сегодняшний день существование самостоятельного артиста – это огромный труд большой команды. Это труд людей, которые могут это делать безвозмездно, бесплатно. Просто для того, чтобы оставить след. Потому что музыка, она как бы, она не исчезает. Она появляется в этот мир, она дарит хорошие эмоции, лирические эмоции, помогает справиться с какими-то проблемами. Ведь каждая песня – это история.
каждая моя песня – это реальная история из моей жизни. Это история моих друзей, моих родителей, вот как песню «Вдвоем». Я посвятила песню «Вдвоем» своим родителям, она вошла в альбом. То есть к чему я говорю? К тому, что каждый день я думаю, а что? Что останется? Что будет? Я очень боюсь. И не хочу, чтобы наша с вами жизнь вот так вот просто обрывалась. Я хочу, чтобы мы все ушли из этой жизни старыми, красивыми людьми, счастливыми. В своей теплой постели, со своими дедушками, со своими бабушками и с внуками. И с внуками. Это так важно. Вот мы сидели за столом на 40-летие родителей, и за столом было три поколения. Была маленькая внучка, моя племянница, мои сестры, мужья, племянники. То есть, ну, это было круто. И в тот момент я подумала, я хочу так же. Поэтому я буду ждать своего мужчину. Мужчину самого лучшего в мире, для которого я сейчас как бы работаю над собой для того, чтобы соответствовать. Я, ну не знаю, может это глупо, может это слишком, как вы говорите, светло, и может быть это какая-то неправдивая сказка, но в нашей жизни, мне кажется, работает только то, во что ты веришь. Вот я верю в это, и это в моей жизни работает. Том, скажите, пожалуйста, а вашему идеальному мужчине какая нужна женщина? Ему нужна я. Какая? Какая бы ему нужна? Живая, веселая, грустная. Не женщина-робот, а женщина, которая способна чувствовать, способна воспитывать его детей, достойно воспитывать, способна сделать атмосферу в доме, чтобы мы вместе готовили, чтобы мы вместе, я не знаю, там, даже работу по дому мы делали вместе. То есть мне вот кажется, что семья – это не распределение обязанностей, а семья – это разговор. Ну, вы договариваетесь в процессе. Давай сегодня я сделаю так, а ты так. Да, все, окей, пошли. То есть это вместе. Когда люди начинают тянуть, ссориться из-за мелочей, за спинами друг друга, там, друзьям рассказывать, какая у меня там плохая жена, а потом вечером приходить к ней и обнимать и целовать ее, это ложь. Вот это ложь. То есть, мне кажется, любовь и семья – это когда твой муж или твоя женщина – это твой лучший друг. Знаете, вот. Ваши слезы меня вот растрогали уже абсолютно. Простите, откровенно. И я вам очень за это благодарна, правда, за вашу искренность. И все остальные темы как-то ушли на второй план. И осталась только вот Светлана как личность. Светлана Тарабарова обирає сім'ю чи роботу. Чи побачимо ми її на сцені після заміжжя? Дивіться далі. Мне интересно, вот я полностью согласна с вашей картинкой, я полностью верю, так же, как и вы, что есть сказка между двумя людьми. Я только во всей этой истории не услышала места для вашей работы. Оно есть там? У меня нет работы. Хорошо, я неправильно слово подобрала, я с вами согласна. Для вашего предназначения жизненного. И, кстати, в чем оно? Может быть, я ошибаюсь, думая, что это музыка? Нет, это музыка. С самого раннего детства, когда я написала свою песню в возрасте первую, 9 лет мне было. Я участвовала в конкурсе в детском, и там было такое задание, как одно из туров, авторская песня. Так как я не могла себе позволить, и родители не могли себе позволить где-то купить песню, написать аранжировку, я решила, что нужно действовать самой. И попробовала написать, у меня получилось. Я выиграла потом с этой песней первое место. И, кстати, хочу ее сейчас записать. И вот в тот момент я поняла, что мне нравится стоять на сцене, говорить с людьми, петь с ними. Нравится вот эта атмосфера, когда люди дышат в такт
Ведь если песня хорошая, и если ты вот умеешь расположить к себе аудиторию, то это какое-то всеобщее счастье. Это как... Обмен энергии, да? Да, это обмен энергии. И на сцене я не чувствую ни усталости, ни болезни. Даже с температурой я могу выйти, охрипшая, без голоса, начать петь, через минуту я уже буду петь. Конечно, потом, когда я захожу и остаюсь одна, я уже чувствую усталость. Но на сцене ее нет. Там есть люди, которые подходят и говорят: «Светлана, спасибо за песню. Мне было разбито сердце. В вашей песне я нашла ответ, и я пошла дальше». И вот ради таких слов стоит как бы, ну, вот это то, ради чего я живу. Это моя музыка, это творчество. У меня есть мечта, я хочу открыть музыкальную школу для детей. Такой творческий центр, где люди, дети будут не только петь, танцевать, но и рисовать. Вот такая вот... Творческая атмосфера. Творческая, да. И если будет возможность, то будем создавать какие-то... детские теплые песни. Будем воспитывать людей через песни, через текст песен. Есть еще одна маленькая мечта. Я хочу написать маленький сборник фортепианных произведений для детей 1-3 класс детской музыкальной школы. Такой детский альбом. Ну, это так, это такие мечты. То есть я не разделяю музыку, работу. Это как бы все одно для меня. И так мне легче. Если я буду относиться к этому как к работе, я устану. Ведь от любой работы мы устаем. Поэтому самый счастливый человек тот, кто из своего хобби сделал, как это сказать, призвание, что ли. Ну, в общем, вы меня понимаете. Я понимаю. Более того, я не то чтобы хочу даже вам пожелать, чтобы все ваши мечты реализовались. И даже я не то чтобы в это верю. Я знаю, что у вас все получится, потому что... Ну, у кого, как не у вас, должно это получиться, у человека, который открытый, искренний и целеустремленный. Тогда еще такой вопрос. От Натусик Приходько спрашивает. Угу. Света, как ты относишься к благотворительным концертам? Смогла бы ли ты выступить для детей-инвалидов? Конечно, хорошо я отношусь. Я считаю, что это как бы как долг артиста отдавать частичку тем людям, которые нуждаются. Поэтому, как и говорила, я не люблю об этом говорить, люблю делать, но благотворительные концерты в моей программе – это как часть должного. Светлана, эфир у нас подходит к концу. Я вам хочу сказать большое спасибо. С вами было очень интересно. Спасибо большое. Дорогие друзья, я очень редко это делаю. Точнее, я не делала этого никогда. Никогда не обращалась после программы к телезрителям. И сегодня я хочу сделать исключение. Хочу сказать следующее, что я, как и любой другой человек, иногда впадаю в уныние, иногда закрываю свое сердце и не всегда верю тому, что происходит вокруг. И я... попалась тоже под эту медийную удочку, и, насмотревшись интервью со Светланой, в какой-то момент ей не поверила. Я считаю, что сегодня такие волнительные времена на улице, когда мы искренне должны бороться со своими комплексами, со своими страхами, открывать свои сердца навстречу друг другу. И сегодняшний эфир показал мне только то, что я, как и многие другие, перестала верить в добро по причине того, что, наверное, слишком много каких-то вот травмирующих ситуаций накопилось внутри. Я вас искренне всех прошу, пожалуйста, давайте не будем забывать о том, что мы люди, и о том, что мы должны друг другу протягивать руку помощи тогда, когда она необходима тому, кто в нас верит. Спасибо вам большое. Мы встретимся ровно через неделю. С вами была Неонила Антонова со Светланой Тарабаровой. До свидания. Спасибо, до свидания.